Я встречаю сегодня рассвет, сейчас, в 6 утра, свободным человеком. Первый раз в жизни я ощущаю эту свободу благодаря ретриту, который я прошла здесь, на земле Таиланда, на этом прекрасном острове, в этом прекрасном центре. И сегодня 17 ноября, самый счастливый день в моей жизни. Я свободна. Я свободна от всего. Я свободный человек. И я это сделала. И я считаю себя героем. И во время церемонии мне сказали, что я герой. И я прошла это.